Безопасно шагаем по дороге. Под таким названием в Красковской школе номер 55 прошла акция, направленная на профилактику и предупреждение ДТП. С учащимися начальных классов беседовал исполнительный секретарь Люберецкого отделения партии «Единая Россия» Владимир Беловодский и сотрудники ГИБДД. Детям рассказали о важности использования световозвращающих элементов в темное время суток, а также напомнили о правилах безопасного перехода проезжей части. Из всех федеральных программ, которые проводятся в Российской Федерации, самое важное, считаю, это безопасные дороги. Она касается не только тех дорог, которые надо сделать, отремонтировать, но она касается безопасности людей и особенно детей на дорогах. У нас есть совместная программа вместе с отделом ГИБДД, управлением образования и территориальным управлением по дорогам администрации. И мы постоянно проводим, я говорю, 2-3 раза в месяц мы обязательно проводим акции, особенно в школах. Мероприятие прошло в рамках проекта «Безопасные дороги». В завершении акции школьникам показали тематические видеоролики и вручили подарки. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.